Новый газон на Греческой площади не предназначен для хождения по нему. Поэтому городские власти обратились к жителям с просьбой не вытаптывать траву, чтобы она прослужила Мариуполю долгие годы. Несмотря на то, что реконструкция площади даже еще не закончена, люди, по примеру многих европейских городов, уже облюбовали новое место отдыха, отдыхая прямо на траве. Люди пренебрегают тем, что есть знаки, которые предупреждают или просят о том, что не нужно злоупотреблять игрой на этих газонах, не нужно злоупотреблять там какими-то сидениями, катаниями, прыганиями, играние в виды спорта, устраивание пикников, но, к сожалению, это происходит. В отличие от обычной травы, которая постелена в других парках, здесь газон декоративный, поэтому любой контакт с ним губителен для покрытия. Если его не будет портить, он будет жить очень долго, потому что есть, скажем, критерии его обслуживания, вычесывания, стрижка, удобрения, аэрация. Если это все по регламенту выполняется, он прослужит очень долго. Помимо этого, если Украина стремится к европейским стандартам, власти призвали горожан бережно относиться к городскому имуществу. Например, не портить лавки и не рвать цветы. Часть лавочек уже имеет именные надписи. Ключами или чем-то. Вот подход европейский, наверное, в кавычках. Если вы посмотрите, у нас, например, на аллее, вот недавно мы буквально на прошлой неделе начали высаживать там зеленое насаждение на аллее памяти, там уже украли цветы. Тоже не европейский подход.